Более 3000 пожарных ведут борьбу с огнем в Португалии. Вместе с местными жителями, которые отчаянно пытаются спасти свои дома. Из-за экстремально высоких температур и засухи по всей стране, особенно в центральной ее части, вот уже неделю полыхают лесные массивы. Зафиксировано порядка 200 очагов возгорания. Уничтожено около 10 тысяч гектаров леса. Сотни людей эвакуированы. В результате пожаров пострадали не менее 135 человек, сообщают местные СМИ. Официального подтверждения этих данных пока нет. Португальское правительство продлило режим чрезвычайной ситуации как минимум до воскресенья. 40-градусная жара до того времени не спадет, предупреждают синоптики. Хотя рекордно высокие температуры далеко не единственная причина пожаров. Власти утверждают, что в 70% случаев они происходят по вине человека. Во Франции четвертый день пытаются локализовать два крупных пожара в районе Бордо в департаменте Жиронда в юго-западной части страны. Несмотря на усилия около 1000 пожарных и тонны сбрасываемой с вертолетов воды, огонь, подгоняемый сильным ветром, продолжает распространяться. Уничтожено около 5000 гектаров лесных насаждений и пастбищ, эвакуированы свыше 10000 отдыхающих кемпингов и местных жителей. Всего в 11 французских департаментах в связи с жарой объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозам, температура воздуха здесь начнет снижаться не раньше вторника.